Hello, how is it going? It's Emerson. I am back with another Tina Karol reaction, and this one is gonna be to her last official video. I'm gonna do this one here different because my last reaction on Tina Karol, I was blocked. They are blocking, they are copyrighting, not only with Tina Karol. It is also happening with Pauline Gagarina. So I'm gonna mix two videos here. I'm gonna react 24 seconds for the official video, then I'll switch for 10 seconds for the making of video. Then I'll come back and it goes and goes on and goes on and goes on. I'll try this way. Let's see it's gonna work. Let's see if you guys gonna like it, because I don't know. But I'm trying everything possible, everything in my power to not get blocked or copyright. Let's do this. Вы замечали, что время ограничено? У всего есть время. Хотя я считаю, что времени не существует. Oh, let's go to the making of. 10 seconds. Вы замечали, что время ограничено? Let's go back to the official video. Let's go back, the making of video, 10 seconds. У всего есть время. Хотя я считаю, что времени не существует. Oh man, she's so beautiful. Тонули, падали, взрывались, горели, Who's летали. Да что мы только не делали, ну то есть на самом деле... How they did that? Let's go back, official video. Oh, now the music starts. Вспоминаю по секундам свое прошлое. Я там не верила, как будто. Making of video. 10 seconds. Воевали, рубили топором. Who are you? Защищали и калечили виновных. What? She's wearing a ash. Let's go back, official video. 24 seconds. Что будет лучше впереди? Рассыпалась на осколки. Искала большего, но не не могла тебя найти. Ты научил меня не слушать глупые сплетни за спиной. Making of video, 10 seconds. It's gonna be always like that. The whole video, my whole reaction. What? She's walking in the water. Above the water. Мне нравится с ней работать. Потому что... Не потому что у нас был успех до. Oh man, she's so beautiful. Let's go back. Official. Когда чужие лезли в душу, ты укрывал меня собой. Я знаю, прозвучит банально, но я впервые не боюсь. Иду с закрытыми глазами,
и я в тебе не ошибусь. А потому что у нас успех сейчас. Но это очень большая разница, потому что мы могли на такой большой дистанции, то есть хочу сказать, что это был бесконечный проект, the never ending story. Можно было проклясть, можно было посклочничать, можно было придумать какие-то... Official video, 24 seconds. What a beautiful voice, Jesus Christ. Какие-то сумасшедшие вещи, объяснить, почему мы должны умереть. Но хочу сказать, что во время крайней мы танцевали на воде. Как бы это странно ни звучало, но это sorry. Правда. Мы танцевали на воде. Oh my God! Let's go back! Official video. Найти своих и успокоиться. Найти своих и успокоиться. Мы случайные совпали в этом городе ветра. Wow, her voice is like diamond. Wow, her beautiful, beautiful picture. Изабелла. История же наша рассказывает о интересах. The official video. Шаг одно касание, и мне нет ближе никого. Но в этом мире счастье зыбко, и я молчу, чтоб не спугнуть. Пускай другим важна картинка, а нам с тобой важна лишь суть. Sorry. Интересном заболевании нарколепсии. Нарколепсия — это когда человек засыпает рандомно, неожиданно для него. Некоторые могут ощутить это приближение сна за 1.5-2 минуты до его начала. Кто-то не контролирует вовсе. Wow. Let's go back. Я твоя нежность и мой стержень. Ты меня несешь на руках своих. Радость и беду делим на двоих. Оказалось, счастье в простом кроется. Найти свои... Sorry. I need to do that. А когда ты с подобным сталкиваешься, задумываешься, оп, на какую-то отдельную папку в твоей голове становится больше, ты понимаешь, что да, существует подобная must проблема. Must be a dancer. Нужно было поставить постановку от начала до конца, то есть как они встречаются, все эти люди, как они проводят время. Let's go back. Понятное дело, что это утрированная такая художественная форма этого сообщества, но в этом есть все равно какая-то чувственность, которая должна передаться зрителю. I'll go back, I'll get you. Resus. A beautiful place. Wow. My own, my own, my own, my own.
Okay. Wow, what a beautiful scenario. Wow. The Queen of the Sea. Go back. Whistles. Sorry. Had to go back. What is that? It's a kind of movie? What? Oh man, it's too dangerous. Don't go there. It's gonna be like that. Найти своих – это больше, чем песня, это больше, чем трек, это больше, чем альбом. Это... I can understand you, I'm so sorry. It's a movie, it's a kind of movie. A horror movie. Those guys... Advertising. Oh man, I'm gonna have to go back here. Это как, это исповедь, это крик души, это состояние, это мироощущение. Найти своих и успокоиться. Во время подготовки и производства мы... Можно потратить всю жизнь, чтобы найти своих. Beautiful. Среди глаз, среди лиц. Speaking voice. Среди судеб. Все-таки же где-то есть они. She looks like a... Сталкивались с невероятно интересными задачами. KGB agent. Мы строили озеро. Мы строили розовое озеро, мы строили солончаки, мы использовали самые необычные, интересные устройства для того, чтобы... Wow, she's looking so beautiful. Is this a horror movie? Раскололось небо, потеряны в грубостях. Чтобы заставить транспортные средства левитировать, летать. Так как нам легкие задачи ни к чему, мы, конечно же, выбрали время. Это с 4 до 8 часов вечера, с правого берега на левый, в будний день, когда весь Киев едет домой. Вот. Зашиты от нежности. Доверие минимум. Я непрекаянно гляжу в окно, а ты отчаянно жмешь нога своего звездолета, чтобы оторваться от земли и не встречать моих растерянных глаз. А я буду ждать тебя вечность, слушая космоса бас. В лодочке. We're gonna go back. Вот мы перекрывали мост, мы катались на машине. И все у нас очень хорошо получалось. Вот. Ну, наверное, благодаря тому, что команда у нас была очень-очень-очень сильная. Ну, мы... Our big production you have here. В маленькой по морю из собственных слез.
темноте при свете звезд. Я вспоминаю летний. Вау. Использовали самый длинный кран Украины, 100-метровый. Oh, that's how you did that, right? Wow, take a look at that. Go back. Official video. Лицо минувшему смотрю и жду, когда же ты придешь в моем раю, в моем раю. Я вспоминаю летний дождь, в лицо минувшему смотрю и жду, когда же ты придешь в моем раю, в моем раю, в моем. Sorry. Wow. Але нам вдалося зробити таку не хитку, а досить сильну конструкцію, яка дозволяла працювати. I like it. I love resources, guys. I love resources. Великій кількості як технічних служб, так і виконавцям, а саме тіні 40, 60, 70 людей ми змогли забезпечити якісним, будемо так казати. I wish I could speak Russian. I can't. Go back. Украсть мой дивный уголок, обо всем на свете не забуду. Бежим меж волн шумя. You're gonna be back right now. Під ногами водним простором. You're gonna kill me. У нас были невероятнейшие коллеги наши в отеле Хилтон. А потом я вспоминаю летний дождь, в лицо минувшему смотрю и жду, когда же ты придешь в моем раю, в моем раю. Я вспоминаю летний дождь, в лицо минувшему. Wow, take a look at amazing picture. Разрешили нам делать все, а потом, когда мы сказали, что мы пошутили, и будет куда все проще, легче, мы не сжигаем отель, они обрадовались, сказали, ну все, что можете делать, все. Это, кстати, очень приятно было. Мне это очень понравилось, потому что впервые в коммуникации с администрацией. What was that? Amazing picture. Было ощущение, что они наши союзники и часть продюсерской группы, а не администрация объекта, к которому мы приходим. He's gonna kill someone. Official video. Разделить хочу с тобой, печали утолить с тобой. Наедине души не выживают, мечутся, как пузырьки в душе, окутана покрывалом из твоих лж. Wow. Gonna be back right now.
Что касается найти своих, то я предложил немедленно записать симфонический оркестр, потому что краски эти... Let's go back. Без слов. Но это всегда было так мило, так игриво. Лодочка, качались облака, что есть наверняка на небе. Sorry. Были партитуры, были расписаны, но не записаны. Если лодочка может для рядового слушателя показаться просто современной аранжировкой, то с песней «Небо» произошло обратное. Мы сделали некую... Тёф, ещё видео. Эй! We're gonna have advertising here. Hey. What? It's dangerous. Get out there. Ретро-стилистику. Это образ, когда еще артист не спел ни слова, но ты уже чувствуешь, что ты в неком интерьере, что ты что это... музыкальным продюсером награда. Альбома Тина Кары в первую очередь. Потерять. Испытание. Каждая встреча – это обретение. Но случается она тогда, когда ты перестаешь искать. В силах он принимает ключевые точечные решения. %99 того, что мы снимали, оно у нас строго. Запланировано, расписано, разрисовано, все сделано, прошут, схематические флорпланы, все есть, но все равно остается 1% фристайла, который потом все равно входит в кадр. И я благодарен всем за то, что мне дали воплотить в этом 1%. I'm sweating. She's so hot. Godness. Godness of the sea. Это то, что я хотел. Департамент стиля создал около 55, возможно, 60 образов, не считая образ Тины. У нас было несколько форс-мажоров, и там, допустим, балет мы готовили за 2. What's going on? 2 дня до начала съемок собирали образы для 50 человек массовки за 1 день. Для образа Тины мы сотрудничали с британским дизайнером Дэвид Кама, который передавали специально для Тины лук из последней коллекции. Тина Карау.
Let's go back to the horror movie. Осень-зима 2020 из Лондона, а также бренд Lanvin, который приехал к нам из Нью-Йорка. Когда тебе ставят задачу, сначала у тебя типа отторжение, типа серьезно, зачем нам это делать? Потом ты начинаешь в это все вникать, и это... Let's go back to the movie, the horror movie. What you are doing there, Tina Caro? Вау, beautiful movie. Можно потратить всю жизнь, чтобы найти своих. Среди глаз. Скорее не мотивация, а творчество. Это творческий поиск, и в этом и кайф работы с Тиной, потому что ты все время в кайфе, но в легком напряге и в поиске. Среди лиц, среди судеб, все-таки же где-то есть они. What a beautiful eyes. What? У нас на протяжении всего ролика машина бывает в разных состояниях. Она ездит целая, у нее потом забирают двери, потом ее полностью убирают все внутрь. Раскололось небо, потеряны в грубости, зашиты от нежности, доверия минимум. Я непрекаянно гляжу в окно, а ты отчаянно жмешь на газ своего звездолета, чтобы оторваться от земли и не встречать моих растерянных глаз. А я буду ждать тебя вечность, слушая космоса бас. В конце еще ее подвесили, утопили, а потом подняли. You should have to put subtitles on this one, on this video here. I can't understand. Отдельные специальные люди проделали колоссальную работу, плюс каскадеры, которые. Just for avoiding the copyrights and the blocks. I have to do that. По морю из собственных слез, в лодочке, в маленькой, плыву в темноте крест. I hate to do that. Съемочных дней артист говорит в рацию, я в окно вижу, тут повесили машину. If I don't do that, they will block the video. А в это время 10 человек стоит вокруг, и кто-то залазит туда, кто-то ее шатает, кто-то прыгает для того, чтобы проверить, насколько система безопасна. Okay, let's go back. Я вспоминаю летний дождь, лицо минувшему смотрю и жду, когда же ты придешь в моем раю, в моем раю. Я вспоминаю летний дождь, лицо минувшему смотрю и жду, когда... Sorry. Опасная, потому что в таких вопросах, вопросах безопасности, там не может быть... ну, как бы ошибок и проколов, и нужно делать все максимально четко. И за 5 дней каждый день был не похож на след. Let's go back, let's go back, let's go back. Даже ты придешь в моем раю, в моем раю.
her voice is so beautiful. Следующее, потому что у нас было и хождение по воде, и бассейн в павильоне. My vapor. У нас была полностью постройка в локации, когда мы, когда мы имитировали вот этот вот кружок взаимопомощи, и наши танцы, и гости. Let's go back. Украсть мой дивный уголок обо всем на свете. Is this a new song? Оно все было кардинально разное по наполнению и своей стилистике. Это нужно было как бы завязать так, чтобы это было похоже и ложилось в одну историю. Big production, big production. Вспоминаю летний дождь, в лицо минувшему смотрю и жду, когда же ты придешь в моем раю, в моем раю. Я вспоминаю. Gonna be right back. Чина Карол. Behave yourself. Подумайте, как она пишет песни вроде как про себя и поет. Go back! Gonna be right back. Вот вроде бы как про себя. Откликается это в сердцах такого огромного количества людей. Это счастье, above the water. Это обретение just like that. Друг друга случайно. Now I know how she did that. That's clever. I prefer believe that she's a goddess. You're gonna be right there. Just 10 seconds. Надолго, навсегда. Okay. И остается. And I'm avoiding the copyrights and the blocks. Wow. Талантливый человек собирает вокруг себя талантов. Это как раз про Тину. Go back. Наедине души не выживают. Мечется, как пузырьки в душе. Окутана покрывалом из твоих лжеслов. Но это всегда было так мило, так игриво. Лодочка, качались облака, что есть на... 10 секунд. Потому что... Без нее мы бы снимали пустое пространство, белую стеночку, бриллиант, который обрамляет. Take это все. That woman, man. Это тем. I can't handle this. Wow. Можно. Окей. Верника на ней. Over. A little bit more of the make off. Потратить всю жизнь, чтобы найти своих. Среди глаз, среди лиц, среди судеб, все-таки же где-то есть они.
What Happened. What a beautiful picture I got here. Take a look at that. Wow. Godness. Godness. Найти своих — это награда. Her speaking voice is beautiful as well. Потерять. Испытание. Испытание! Испытание! Well, this is Russian or Ukrainian? I would like to speak Russian or Ukrainian. Каждая встреча — это обретение. Но случается она тогда, когда ты перестаешь искать. Oh man, she's something, I must tell you. She's... Ah, goodness. What? Jesus Christ, this is a horror movie. She's looking like a KGB agent. Oh my God, what is gonna do with that ash? Just like Amazonia. Hotel is in fire. Amazon is in fire. Надежда, мой компас земной, эта фраза спета не мной, распята тобой, умыта росой. Земля. How many songs this official video has? Wow, what a beautiful run she did. Did you guys listen to that? Go back. Again. Flawless, flawless. Oh my. My crush, my eternal crush. Take a look at that woman, guys! That mouth! Take a look at that pure face! She's so perfect! Perfect! Yeah,
Hey guy, I don't wanna be you right now. She's gonna kill you. And she must have some reason for doing that. I don't know. Гордость забыта давно, я преданный раб твоих желаний, да. Нежно целую и понеслась. There was close, very close. She's gonna kill him. Let's watch that again. Oh, this hair falsetto is so beautiful, so beautiful. Hair runs, beltings, falsettos, everything. Pay attention to that. Pay attention to that. Yeah. Oh, Jesus Christ, what was that? I was not paying attention at the subtitles. I don't like to read the subtitles. I don't know what's going on here. It's a horror movie. Wow. Wake up, Tina Carol. Don't die, please. She's beautiful. Anyway. What a beautiful woman. Jesus Christ. One of the most beautiful woman I ever seen in my entire life. Let's go back. That part. I have to go back. There was a beautiful picture there. Beautiful, beautiful picture. She's so pretty. Take a look at that. Dan Balon, you are a silly man if you don't marry this woman. Our beautiful song, our beautiful official video. It's a long official video. Wow, I'm loving this amazing official video. She's so pretty, and her voice. Oh man. Let's watch that Rizzo again. I love Rizzos. I really love Rizzos. This is not a music video, this is a movie. I'm loving this, but this is a movie.
Don't do that. I'm gonna take off this advertising here, but take a look at that preface. Take a look at that. Oh man. She should be mine. She should be my wife. I have no chance at all, I know that. It's over. I love that. I stop right here. Let's go back here to my background. Wow, it's the first time I'm doing this, mixing two videos. I have programmed the computer to do that. I programmed it for pausing no matter where, no matter when, ever 23 seconds and then 10 seconds. So it's the first time doing this. I think next time it will be better, but I can't watch the videos before I'm doing this because it will be a fake reaction. So I can't watch the videos and know where the right place to stop and break. I can't do that, so I must trust in my lucky. So I have programmed it. The computer did that. I don't know if it's gonna work, if this is gonna get copyright or not, or blocked. I don't know. I'll try it. I'm gonna put this out without any addition. I won't delete any part of it. So it was a long reaction video. I hope you guys understand what I'm trying to do here, because I'm telling you, we reactors don't do something, very soon we will not exist anymore. Would be the end of the reactors. It's a shame what YouTube are doing and what the music record labels are doing with the platform, in my personal opinion. So that's it. Thanks so much for watching. It's a long reaction, and in my next one I think it would be better. I'm trying this way here, it's my first time. So thank you so much for watching. Thanks so much for, if you are here till now, I think you are not, but thank you anyway. I'll see you next time.